Так, ну, в общем, тут небольшая такая развилка. Активно очень они прорежают лес. Я вижу, вот тут везде спилены и сложены деревья. Тут такая вот удобная скамейка на развилке, да? Вот так вот на развилке дорог. Удобненькая скамейка. Ну, как бы я отошел всего лишь метров 500, наверное, вот от места стоянки. Уже вот так вот, ну, для особо тех, кто нуждается в отдыхе. В отдыхе раз. Сели, посидели. Погода, в общем, сегодня где-то вот плюс 5 или 4 градуса, вот так вот где-то. Руки не мерзнут, но как бы и мороза нету совершенно. Мокрота такая повсюду. Но я люблю такую погоду. Ибо меньше народу. Сейчас тут у меня задача как можно быстрее уйти из этой лесопарковой зоны. Так, такой вот. Такое обихоженное все, чтобы подальше куда-нибудь в лес. Сейчас нужно пройти немного быстрым шагом, пока позволяет дорога, а потом уже как бы смотреть, что будет дальше. Ну, пока что все нормально. Сейчас вот ну-ка попробую. Зайду, как на мокрой древесине, будет цепляться или нет. Не, видимо, не существует таких ботинок, которые не скользят по мокрой древесине, по мокрым веткам. Ну, придется ходить и в этих очень осторожно. Вон как на этих, блин. Как по льду скользят, блин. Да. А я-то думал. Ну все, иду дальше.